Здравенькие, ребят, вы на канале Фордмаг. Ну что же, смотрим семью шпината. Как всегда, в озвучке Шарона, Тони Либри, прям рад его снова слышать. Ну что же, поехали! Короче, государство на грани войны, и кто-то эту войну активно навязывает. Обстановка критическая, ваше предложение. Херня вопрос. Отправим нашего самого опупенного агента шпината. Еще не было задания, с которым бы он не справился. А я сегодня была на ноготочках, и мне мастер... Блять! Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Твою мать, сердце за любовь. Юлия, 25 лет. Бизнес-леди. Людмила, 28 лет. Голосом может двигать предметы. Проверяла на людях. Кристина, 21 год. Будущий повар-кондитер. Юлия, 18 лет. Будущий кинопродюсер. Лёх, ну хуйня иди. Я сразу сказал! Привет, сестренка, как ты? Работаешь? Все как всегда, делаю кофе, убираю мусор и так по мелочи. Как с мужчинами дела обстоят? А то смотри, пора уже. Я сегодня уже тусила с мальчиками. Туса была просто убийственной. Простите, здесь находится кружок вязания. У меня и спицы с собой. Посетительница! Я ничего не попутал! Позвольте воспользоваться вашей ванной. А что, жидкого мыла у них нет? Блин, еще и платье теперь зашивать. Навыки вязания тут уже мне точно не помогут. Ну ладно, хотя бы мусор уберу. Теперь нас ждут мерки. Какие еще водомерки, папа? Я думал, что найти жену проще простого. Не появится же она из ниоткуда. Извините. Нихуя себе. Магия. Сказал я себе. Я тут заметила, что вы с меня глаз не сводите. Чего вам? А вашей маме зять не нужен? А вашей? А, то есть вы считаете меня привлекательной? Папа, меня все замерили. А это кто? Так, значит, у него уже есть супруга. Убить, что ли, ее? Что? Ну и семейка получается. Нам не нравится. Может, все-таки отказаться от топ-вайфу весеннего сезона? А? Убивать или не убивать, вот в чем вопрос. Стать вашим партнером на весь? Зашибись, у нас теперь Анечка превратилась в какую-то Машеньку из Маши и Медведь. Черт. Я обязательно вам отплачу. Да, мне все равно нужна жена на собеседование. Ну, вот и договорились. Только, пожалуйста, не опаздывайте. У меня туса сегодня намечается, так что давай тут по-быстрому. Леха, побудь девушкой, Леха, пойдем постреляем. Я айтишник, алло! Да там всего пару охранников. А я тебе на неделю свою плойку дам. Ты шо, не знаешь, ты же здесь админ, ты айтишник, а значит, ты должен и микроволновку починить. Я не знаю, там и мусор вынести, и провода зачистить, и еще, я не знаю, с собакой погулять. Предоставь это мне. Интересно, чем там Ллойд занимается? Какие нахуй пару охранников, блядь! Ты что, ебанулся? Я будто в ебаный Тавердифин зашел. Валим, я тебе говорю, валим! А что это такая прелестная девушка делает здесь совершенно одна? Просто так и вышло. Доминик, ты что, охренел? Это мой мужчина. Не смей тянуть к нему свои ручонки. Самой от себя не противно, а? Да я сам к ней вообще-то подошел. А может, мне их тут всех покрошить? Ну, видимо, не семейный я человек. Уйду с головой в профессию и child-free. Знаете, а пошли-ка вы все на... Опа! Я дико извиняюсь! А еще я муж Йор! У вас на лице кровь! А, простите, на меня медведь по дороге напал. Все хорошо, Йор? Вот же сучка! А у меня тут для тебя креветочки! Лови! Опа! Дорогая, аккуратнее. Но она не сказала, что ловить надо руками. А вы знаете, что ваша супруга вебкамщица? Мужчины на нее там такое вытворяли. Ты совсем охуела. На самом деле, я просто как-то стримила в купальнике. Замечательно. Дома мне покажешь. Пойдем. Даже удивительно, что этот персонаж в какой-то степени дальше справится. Я вот с этого немножко обалдел. Ну, машина так побита. Я же уже сказал, что на меня напал медведь. Пришлось мне... А это кто такие? А я не говорил. Я ж в психушке работаю. У нас там каждый день приключения. А как вы их лечите? Мы их пиздим. Ты чё, в Наруто переиграл? Оу, щет!
Вы же просили не задирать ноги. Спасибо тебе. Да если бы не твои ноги, меня бы ногами вперед выносили. Блин, он немножко, знаете, звучит как богатырь. Немного, как будто Шарон. Вообще близко к тому, чтобы наконец-то озвучить богатырскую силушку. Раз уж такое дело, и вы видели все, что у меня между ног, придется вам взять меня в жены. Все вы так на свадьбу реагируете. Ублюдок! Убейте его, парни! Стреляй! Современные проблемы требуют современных решений. И в горе, и в радости. Согласна ли ты стать... Да! Моей женой. Да. Жаль, что кольцо где-то проебал. Я бы ему прям тут отдалась. Хо-хо-хо-хо, найс! Мама, пойдем, я тебе рум-тур устрою. Это холодильник, в котором крыс повесилась. А это туалет. Папа здесь иногда конкретно так закрывается, по полчаса не выходит. Спасибо за подробности. Аня, без подробностей там. Здесь живу я, а здесь живешь ты. А где живет папа? Судя по тому, сколько времени он проводит дома, он тут не живет. Мам, я помогу тебе. Нет, он живет в туалете, скорее всего. Тебе разобрать коробки. Нет, Аня, я сама их разберу. Не могу же я ей резиновые члены показывать. Настало время проверить, готовы ли мы к собеседованию. Почему вы отправили ребенка в нашу школу? От правила я только отравить могу. Мать года! А как вы воспитываете ребенка? Дерзко. Аня, где ты живешь? Здесь. Вы нормально питаетесь? Сегодня был какой-то непонятный салат с ананасами, борщ с капусткой, но не красный. Ой, за отсылочки просто душа радуется, спасибо. На собеседовании нам пизда. Да ладно, ничего страшного. Походим по театрам, по музеям, мигом станем людьми высшего общества. Сиськи! Папа, тут сиськи! Вот это культура. Два кружочка, палочка. А вот это вообще отвал башки. Ну, хоть жена у меня в адеквате. Пиздец, на гильотину залипла. Нельзя, чтобы папа с мамой увидели, что я писюн нарисовала. Что-то я не вижу писюна. Какой цвет платья предпочитаете? А можно, пожалуйста, красное? Это потому, что у тебя глаза красные? Ну да, можно и так сказать. Это на случай. Это, как говорится, по методике Дэдпула. В случае, если мясики вдруг хлынут. Пропадите пропадом! Подлость, гадость, преступники! Убирайтесь вон! Навык. Че, не смеяйтесь? Не смешно-то! Это семья шпината! И политики тоже прокачивают. Пусть знает с детства. Орешки! Пользуйся, пожалуйста, приборами. А ты пользуешься ими слишком активно. Как в такой ситуации мне выполнять задание? Они же мне все заруинят нахер. Лучше б я сам все сделал, блять. Дорогой, все нормально? Зато у меня тянка красивая. Иди сюда, сука! Охуеть! Гайн просто с этой невозможно. Она отбитая, понимаете? Я не знаю, что с ней. Обещаю, я схвачу вора. А затем спорю ему живот и выпущу кишки. Я не слышу, но хорошо. Нормально, я сегодня так налутался. Опа! Да мужик какой-то сговорил забывает. Спасибо, внученька. И тебе спасибо, сынок. Может, уже отпустите мою руку? Это у меня просто нерв защемило. Спасибо, Йор. Мне лучше благодаря тебе. Да потрахайтесь вы уже. Тут я такие слова выучила. Ну, а вот и собеседование. Аня, ничего не бойся. В этом году поступающие какие-то лохи. Им всем катастрофически не хватает оху... О, охуенный дед. Просто настолько охуенен, что мат цензурится. Да они просто оскверняют это место своим присутствием. Лишь познавшие суть охуенности, побывавшие в величайших путях пересечения охуенных охуенностей, имеют право здесь обучаться. Что это? Аж Дебюсси сыграл. Это мое почтение. Они отдают честь памятнику? Ебать, у них тут Толстой стоит. Прикольно. Лысый из Бразерс. Это слишком охуенно. Но их дочь едва прошла письменный тест. Да и почерк ужасный. Сразу видно. Врач. Папа! Мама! Утопленник! Помогите, меня смыли в унитаз, и я попал сюда! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не сработало! Выпускайте бычка! Посмотрим, как они с этим справятся! Пропустите меня, я заместитель президента! А я президент, вот и замещай! Пачку и... Готово! Найс! Охуенно! Напишите! Там дед сейчас кончит, несите, блять, господи! Дед кончать собрался. Еще помнить.
начнем собеседование. Как вы переведете always? Прокладки. Вообще-то нет. Аня, а ты знаешь, как зовут нашего директора? Вспомни, Аня, его зовут Бенедикт Иван Гундфеллом. Бенедикт Кембербэтч. Дамочка, как считаете, можно ли бить детей? Мне точно нельзя. Да, ей точно нельзя. Она как ёбнет, дай бог выжить. Слабый женский пол, говорили они. Ха, посмотрите на нее. Да она сама как мужик. Я за равноправие полов. Увожу, черт подери. А ты, усатый хуй, иди отсюда нахер. А еще у вас на столе комар сидел. А комары сосут. Эй, ты куда? Мы еще не закончили! Закончили. Профессор Свон, вы о***ли. Хитро вы***ный удар вышел, однако. Мир между Востоком и Западом сейчас зависит от какого-то ребенка. Не стоит волноваться, на шпината можно положиться. Скоро мы получим шифр, что Сакура зацвела. Пансубэк! Шифр-то мы получили. Там написано, Сакура засохла и сдохла. Что бы это могло значить? На минутку, господа. Вы поступите, если кто-то заберет документы. Но я же вам весь стол раскрошил. Что делают комары? Правильно. Сосут! Ах. А в нашей школе не место всяким сосателям. Еще раз заберут документы, поступите. 1007, Зак. Моей дочери очень надо поступить. Мать года! Ах. Да, слушаю. Не желаете поговорить о Всевышнем? Пожалуйста, не звоните сюда больше. Вы поступили. Поступила! Хочу в награду быть спасенной из замка! Как я на это согласился? Лойдус! Сейчас тебе предстоит пройти несколько хардкорных испытаний, чтобы спасти принцессу! Не справишься, надевать костюм! Сатамаза какой-то! Итак, первый вопрос! Какого цвета трусики Найор? Какого же цвета трусики? Блин, я же их точно видел сегодня, когда подул ветер. Красные! Бежимся, на ней их нет! А ты сам-то откуда знаешь? А я информатор, я все знаю! Боже, ну и кринжатина. Папа такой крутой! Найс! Юртиссия! Пора спать. Но на самом деле, я вторая стадия! Хорош, хорош. Хороший челлендж. Главное, семейный. И ученики, добро пожаловать в Эдем. Хоть наша школа и названа в честь райского места, вас ждет отнюдь не он. Блять, у вас там Гитлер ж под прикрытием. Теперь вы будете пахать с утра до ночи, и у вас не будет времени расслабляться или отдыхать. Запомните этот день, сегодня вы последний раз дышите свободно. Поздравляю! Он сейчас сказал, мы последний раз дышим свободно? Запомни, шпинат, чтобы попасть на встречу с Дезмондом, вашей дочери необходимо заработать 4 звезды и не получить пизды. Пресс F. Но в качестве запасного плана Аня может подружиться с сыном Дезмонда Дэмианом. Как всегда, отличнейшие эдиты. Теперь нашим планам точно хана. Как так вообще получилось? Прости, я просто сказала Ане, что делать с мальчиками, которые ее обижают. Мать года! Чтобы в школе обязательно извинилась, хорошо? Да. Дэмиан, прости и... Пойдем отсюда. Мне надо извиниться перед Дэмианом. Да пошел он знаешь куда. Женщина может упасть на колени лишь в одном случае. Так моя мама говорит. В каком случае, я не знаю. Она говорит, что вырасту, узнаю. Теперь вопрос, либо мама расскажет, либо сама узнает. Уже. Извинись. Еда со вкусом извинений. Боярыш.
Еда со вкусом изменения такая. Комфорт Эвалар – надежный друг вашего сердца. Усиленный калием и магнием, он надолго сохранит здоровье вашего сердца. Я пойду извинюсь. Я тебя не пущу, они сами виноваты. Маленькая надоедливая Бетти Блэк из первого класса. Немедленно подойдите в первый корпус. Да блин, даже поесть нормально не дают. Пока все не выполнишь, никаких мультиков. Мама, спаси! Да Дроби это просто. Берем труп и расчленяем его на 5 частей. Мы имеем тело, 4 руки, 4 ноги, итого 5. Чего 5? Или это вообще, кстати, буква С? Мать года. Это неплохое объяснение. Лучше бы на печеньке, а не на трупе. Иначе ребенок будет травмирован нахуй навсегда. Ненавижу школу. Почему эта школа такая тупая? Ну, то есть, школа умная, я тупая. Школа дурацкая, а тупая я. Почему школа такая дурацкая, а я такая тупая, вот. Вы обвиняетесь по подозрению в шпионаже. Пройдемте с нами. Говори, какие документы ты вынес из мэрии? Я не знаю. Тогда я зову Юрца. Юрец? Юрец, удачи тебе. Ну привет, я Юрец, для других я малец. Вот только для тебя, пожалуй, пиздец. Ты сиди, не грусти, не серчай, хочешь чай? Ты только на вопросы отвечай. Ага, кто такой, что сливал, куда посылал? Ты думал, что на пятки нам всем тут наступал? Что молчишь, обомлел? Нечего сказать? Ага. Может тебе фотки эти показать? Ты наконец разговорился. Быть может, я с тобой тогда погорячился. Ты прости, друг, мне просто важно знать инфу про тебя, про него. Его и про всех, словно вы один рабочий цех. Работал в мэрии, престиж и бабло, и тепло. Все хорошо, взлетел так высоко, теперь что? Здесь ты сгниешь, пропадешь, не уйдешь и умрешь, друг. Ты упал, и теперь вокруг темно. Мне нужно узнать личность шпината, и я не остановлюсь ни перед чем, чтобы ее раскрыть. Хорош, блин, вот реально, мое почтение. Вот все, за всем, кто работал над... Вот реально, вот Шарон и Либриан прям уважуха, реально, вот... И на стримах прям реально прикольно. И, черт подери, подобные ролики сделаны отлично, прям ах! Грязный обманщик его! Я не позволю ему навредить стране, в которой живет моя сестра Йор. Говори живо, или ты сожрешь весь этот пепел. Чел, ты чё, не этого Наруто пересмотрел? Да, хорошо. Еще! Да! Как же хорошо! Йор! Аня, ты где эти кассеты нашла? Сегодня к нам придет мой младший брат. Без паники. Одна щетка на двоих, горячие арты из интернета и ложе любви. А может, еще ту кассету ему покажем? Ни в коем случае! Здравствуйте, я брат Йор. Будем знакомы. Почему ты от меня скрывала? Признавайся, он шпион? Он шампиньон. Ладно, я просто забыла. А, ну тогда ок. В таком случае посмотрим на твою выдержку. Что? Будем с тобой бухать до посинения. Первая пошла! Может, лучше сразу водочку? Вторая пошла! Мне тут смешал! Я вам уже говорил, что я никогда в жизни не буду его зятем! Год пиздится, Лойдушка! Я не буду с тобой пиздиться, ведь ты брат моей любимой жены. Но имей в виду, жопу за нее я любому надеру. Тогда ебитесь! Нет, я, конечно, все понимаю, но, по-моему, здесь уже попахивает немножечко инцестом. Я давно мечтал это сделать. Какого хуя, блядь? Погнали! Готовься, жопа. Эй, погодь. Ты думал меня трахнуть? Да я тебя сейчас сама трахну, слышь? Ладно, я понял, хватит! Ох, блядь, я не могу. Какая же офигенная анимация все-таки в «Семье шпиона». Прям офигенно, плавная, прям вот просто шикарная. Не трожь мою сеструху! Такой сестробил, как я, не переживет этого! Я не отдам тебе губы моей сестры! Ты что несешь, сестрофил конченый? Значит так, если ты хоть пальцем тронешь мою сестру, я тебе задницу наизнанку выверну, блять! Ну и братец у тебя. Может, мне все-таки тебя трахнуть? Спать иди,
Эй, Юрец, чё помятый такой? Разве ты не ходил вчера сестру со свадьбы поздравлять? Ни одна свадьба не обходится без драки. Вот я и решил наверстать упущенное. О, а я дед уже готов в спортивной форме, молодец. Хватит срать на памятник, это вовсе не элегантно. Не желаете попить чаю? Да, с удовольствием. Но учтите, это не просто питье чая. Пить будем на время, а кто проиграет, лишается зарплаты. А что вы думаете о детях? Как они в этом году? Секрет прост. За хороших детей стоит пи***ть, а за плохое убить. Блять, сколько же здесь охуенных отсылок на те самые старые мемчики. Ну, тот самый батя, это... Осуждаю его, конечно, все же, блять. Спасибо за наставление. Ой, блять. За хорошую игру на физре можно получить звездочку. Я им всем покажу. Первым делом выбью 6-летнего Билли. Какие нахер 6? Вы там десятком не ошиблись? Руки-базуки. Любой. Цель захвачена. Блять. Как говорится, физруку что главное? Пиздить детей, господи. Моя очередь. Ну, так же, конечно, не получится. Не получилось, удивительно даже. Страйк! О, какие мультики я слышу. Эй, Аня. Не будем о плохом. Нет, не хочу учиться, не хочу в школу. Сюда иди. Ладно, есть еще один способ заработать звезды. Общественная деятельность. Эй, Аня, ты не в GTA звезды зарабатываешь. Демонам, что ли, тебя скормить? Как я и думал. Вода холодная. Кен! Наверное, опять по коридорам бегает. Да, мать слепая. Так бегать! Я тону тут, блин! Ага! Писаете в бассейн! Это не я. Давай, давай! Я утопиться хотела, а потом вижу, мальчик тонет. За спасение утопающего Аня награждается звездой почета! Молодца! Доброе утро, Аня! Называй меня Аня Звезданутая. Папа, купи мне собаку. Она же тебя загрызет. А? Ну хотя бы... Чё грызть-то, блядь? Маленькую. Ладно, посмотрим. Добрый день. Как там мне ясать? Кстати, не знал, что вы курите. Да я бросаю. Вот только что бросил. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселился подозрительный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед наркоша изменяет. Все вы так, пенсионеры, говорите. Ну и жесть у вас мнение обо мне, конечно. Ну что поделать? Это пенсионеры, им делать нехуй, надо теорию про то, что тот наркоман, тот вообще педофил, а это вообще не нравится, он розовый носит, а у меня на розовой аллергии. Фу, блядь! Завтра мы с вами пойдем гулять! Вид у тебя измученный. Я, конечно, фатально потерян, но все хорошо, мне просто нужна ты. Про супружеский долг тоже не следует забывать. Ну, супружеский долг, так супружеский долг. На следующий день. Что это вообще было, блядь? Эту ночь я точно не забуду, ноги и руки до сих пор трясутся. Все, можем выходить. Да я вроде была нежной. Мы в океанариуме, но на меня повесили еще одно задание.
Ну хотя бы тут тех пенсионерок нет. Па-па-па-па-па-па-па. Блять. Может, погуляем вместе? Подумай! Интересно, что там у пингвинов в голове? Какие, однако, ядреные пингвины! Надеюсь, у них тут минералка! Я слить масло сбегу! Замаскируюсь под одного из сотрудников, чтобы подобраться к пингвину поближе. Да что ж за работа такая? Один пингвинов покормить не может, другая вообще обдолбанная на работу пришла. Нахрен эту работу, нахрен! Ага, так вот что значит вынуть информацию изо рта. Спасибо, теперь за пингвином присмотрю я. Нет. А так? А так? Ты же еще кто такой? Атака ведра! Стой, сука! Да что ж ты орешь, как ебанутый, блин! Опять я точку свою где-то проебала! Надо сообщить своим, убьем его и заберем информацию! Давай! Это не я, он сам повесился! Всем привет, в эфире Аня, и я веду блог со своей шпионской базы. Это терминал получения поручений. Это мама, она убийца, ничего не умеет, поэтому вкачала все в атаку. Это шпион папа, и он вкачал все, кроме выносливости. А это комнаты для взрослых. В них просто лучше не заходить. Так, мы живем. Это что ж там такое происходит-то? А еще я люблю орешки. Спасибо за информацию. Уважуха людям за поддержку. Ой, черт подери. Да, на этом все. Что ж, спасибо Шарону за шикарную озвучку. Получилось классно, реально, очень офигенно. Множество шикарных мемов озвучено как надо, прям ласкает ушки голос. Шарон, просто низкий тебе поклон. Спасибо тебе, что и само собой озвучиваешь и анимешечки, и озвучиваешь такие вот замечательные ролики, радуешь и на стримах, и здесь. В общем, спасибо огромное. Респект, лайк. Ух, и спокойной ночи, дружки-пирожки.